Алло, алло. Здравствуйте. Не хватает на покупки? Возьмите деньги без процентов. Расскажу подробнее. Оставьте сообщение, а абонент узнает, что вы звонили. Я вас слушаю. Алло, алло, вы меня слышите? Секретарь Ева, здравствуйте. Здравствуйте, это компания Кармани. Получите до 1 000 000 рублей онлайн. Кредитная история не проблема. Нажмите 1, если интересно. А если я хочу поговорить с оператором, но не могу нажимать кнопки, как мне быть? Здравствуйте, это компания Кармани. Получите до 1 000 000 рублей онлайн. Кредитная история не проблема. Нажмите 1, если интересно. Да уж, теперь я понимаю, каково людям, когда они общаются с роботами. Алло, это Ева, секретарь. Меня зовут Марина, компания Кармани. К нам поступил запрос, что вы интересовались получением денег. Мы готовы вам помочь в этом. Какая сумма от 80 тысяч до 1 000 000 вас интересует? Абонент не может взять трубку, потому что разговаривает. Может быть, вы хотели еще что-то передать? Я слушаю. Алло, слушаю вас. Вам одобрен займ. Предложение активно только сегодня. Для оформления заявки нажмите 1. ООО «Микрокредитная компания Финмол». А если я хочу поговорить с оператором, но не могу нажимать кнопки, как мне быть? Секретарь Ева, здравствуйте. Здравствуйте, это финансовая компания Кармани. Получите до 1 000 000 рублей онлайн. Нажмите 1, если интересно. А если я хочу поговорить с оператором, но не могу нажимать кнопки, как мне быть? Здравствуйте, это финансовая компания Кармани. Получите до 1 000 000 рублей онлайн. Нажмите 1, если интересно. Да уж, теперь я понимаю, каково людям, когда они общаются с роботами. Я вас слушаю. Здравствуйте, это финансовая компания Кармани. Получите до 1 000 000 рублей онлайн. Нажмите 1, если интересно. А если я хочу поговорить с оператором, но не могу нажимать кнопки, как мне быть? Здравствуйте, это финансовая компания Кармани. Получите до 1 000 000 рублей онлайн. Нажмите 1, если интересно. Да уж, теперь я понимаю, каково людям, когда они общаются с роботами. Добрый день. Я вас слушаю. Компания «Быстро деньги». Если вы оставляли заявку на получение займа, то нажмите 1. Если не оставляли заявку, нажмите 2. А если я хочу поговорить с оператором, но не могу нажимать кнопку?
Я вас слушаю. Меня зовут Марина, менеджер финансовой компании «Кармани». Мы предоставляем деньги на любые цели. Какая сумма от 80 тысяч до миллиона вас интересует? Какие документы потребуются? Вам понадобится всего 3 документа для оформления. Ваш паспорт, СТС и ПТС. Никаких справок с места работы или 2 НДФЛ не нужно. Давайте вернемся к разговору. Какая сумма от 80 тысяч до миллиона вас интересует? А процентная ставка изменится? Вы знаете, процентная ставка у нас не фиксированная. Она определяется в процессе оформления заявки. Давайте вернемся к вопросам. Давайте определимся, какая сумма вас интересует. Как долго будет действовать предложение? Какая сумма от 80 тысяч до миллиона вам нужна? Как долго будет действовать предложение? Извините, какие-то проблемы со связью. Мы вам перезвоним.